В Краснодарском краевом колледже культуры установили почетную доску в честь Марины Шапира. Марина Михайловна Шапира – герой труда Кубани, заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный работник культуры Кубани. Ее биография – отражение жизни нашей страны и пример служения Родине, долгу профессии. С 1961 по 1983 годы возглавляла Управление культуры Краснодарского крайисполкома. Под ее профессиональным мудрым руководством построено и восстановлено более 2000 учреждений культуры. Библиотеки, музеи, ДК и кинотеатры, музыкальные и художественные школы, оперетта, цирк, кукольный театр, драматический театр, профессиональное училище и институт культуры. Организован Союз композиторов Кубани, воссоздан Кубанский казачий хор. Получили творческое развитие талантливые профессиональные самодеятельные коллективы и исполнители края. Базой для бурной растущей отрасли в свое время стал именно Краснодарский краевой колледж культуры. Право открыть почетную доску предоставили министру культуры Краснодарского края Виктории Лапиной и главе Северского района Адаму Джариму. Марина Михайловна, я вам, как руководитель отрасли, безумно благодарна за то большое наследие, дорогое наследие, которое вы нам оставили. Конечно, сегодня я сделаю все и буду стараться дальше делать все, чтобы вас не подвести. Я очень благодарна сегодня вам, Адам Шахметович, потому что учреждение хоть и краевое, но оно стоит на муниципальной земле. И поверьте, с этим человеком можно строить, начинать каждый день учреждение культуры. С ним мы все построим. В этом человеке, в вашем главе, в нашем большом друге отрасли культуры, я уверена. Дорогие студенты, сегодня вы являетесь, можно сказать, лабораторией талантов, творческих детей, пока детей, но вы будущие артисты наших профессиональных учреждений. Вы знаете, всегда говорят о преемственности поколений, и мы с вами сегодня стали свидетелями вот именно этого момента. Марина Михайловна, долгие годы вы возглавляли Управление культуры Краснодарского края, и вот тот прочный фундамент, который вы заложили в те годы, сегодня дает свои плоды. Сегодня Кубань одна из лучших регионов, именно то, что касается культуры. У нас все прекрасно. У нас все прекрасно, иначе не может быть. Вот эти студенты, которые вам низко кланяются, и тысячи-тысячи студентов, артистов, работников культур, которые сегодня работают в крае, знают вас, любят вас и ценят вас. Мы все хотим вам пожелать здоровья и благополучия. Еще долгие-долгие-долгие годы радуйте нас. Спасибо вам, спасибо за те труды, спасибо за те годы, которые вы отдали служению нашей родной Кубани. Спасибо вам, с праздником! Марина Шапира поблагодарила руководство края и района за столь высокую оценку ее работы и поздравила всех с наступающими праздниками. Спасибо руководству министерства, спасибо министру культуры, руководству края за отношение ко мне. Я это расцениваю как за отношение к нашей отрасли, к нашей культуре. Я верю, что по-прежнему мы будем самыми лучшими в Российской Федерации. Еще раз с Новым годом! Здоровья, счастья, добра всем вам! Спасибо! Студенты Краснодарского краевого колледжа культуры в такой знаменательный день подготовили свои творческие подарки для почетных гостей. Марина Михайловна Шапира – символ культурной эпохи Кубани. Благодаря ее усилиям, большому сердцу и искренней любви к искусству, Кубань превратилась в один из передовых культурно-административных центров России.